Для того, чтобы массовый забег был наиболее комфортным, участников поделили по возрастным группам и категориям. В приоритете были те, кто пришел на лыжню с семьей. Семейный праздник для всех, чтобы все приучали к здоровому образу жизни. Волосы ты еще не прикупили уже? Нет, пока нет. Только годик исполнился, пока рано. Но на следующий год уже поставим. Папы, мамы и дети стартовали по очереди. Победителей определяли по результатам суммарного времени на финише. Однако не всех на гонку привел дух соревнований. Например, Флюра Хусаинова на лыжах встала, говорит, чтобы хоть на минутку вернуться в детство. Со школы. Школу защищали. Первую школу защищал, 69-я. Ну и потихонечку на заводе, на соревнованиях участвовали. Ну а сейчас уже как пенсионер стараемся не отставать от молодых. Призовые места – это кто первый придет и кто последний. Мы будем бороться, кто придет последний. Это очень трудно. Участникам вип-забега в этом году предстояло пробежать 2 километра 14 метров. Это традиционная дань мировому событию, которое в эти дни проходит в Сочи. Одним из призеров этого этапа соревнований стал руководитель Республиканской госавтоинспекции Рифкат Миниханов. Большое спасибо и жителям Казани, и жителям республики за то массовое увлечение лыжами, которое сегодня привело к этому результату, и пожелала, чтобы мы как можно больше этим видом спорта занимались. Вся страна, наверное, поддерживает Олимпиаду, и мы тоже вот как бы на лыжне бежим вместе с нашими спортсменами. Более 20 тысяч человек сегодня вышли на лыжню России в Казани. По данным организаторов мероприятия, пришли далеко не все желающие. Если бы не морозы, участников было бы гораздо больше. Елена Чердина, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».